Вот такие у нас дела. Расскажите, вот что еще на масленицу делали, кроме колодок? Может, где катались, а может, какие костры палили, может, что? На нет, конях, может, на этих, конях, что? Да, вона, на конях детей катали. Ну, запрягают вот эту такую тарантайку, поднасадят туда детей. Украшивать, шали, может, что не? Да, это все оглобли, это дугу, это все украшивали. Теперь это там... А ну, чем? Там, так вы что рассказываете? Рассказывают, чем красили, ленточками всякими. То там який лоскуточек, які там ленти були двойні, я не пам'ятаю. Лоскуточки где-то от чого-то там оторвали, чи що. Бантики. А болтались я на ці вот обкручували мене? Даже делали это с бумаги такі цвяточки. Угу. С бумаги цвяточки делали такі, длинненькі такі его. І тут цвяточок, а тут так зав'яжуть, вони такі длинненькі болтались. Оглаблю. На глаблю вешали і... Это самое, дети их катали. А бубенчики какие-то, что подзвенели? Я не помню бубенчиков. А куда возили этих детей? Бубенчики были, это, на свадьбу были бубенчики. Когда ехала свадьба до молодой, забирать молодую, тогда ехали с бубенчиками. Вот. Это свадебные, это не... Угу. Так а вот на масленку тех детей куда их возили? Просто по улице покатаются, вот одних посадили, тогда других там, ну, покатаются. Вот. Дядок какие-нибудь там такие вот добренькие найдется и покатаются. Ну, бо кони же были тогда почти у каждого, чуть ли не у каждого. Да как кто там у дядку украшал того коня, помахал? Так, женщины украшали. И он же, наверное, женщин-катал, нет? Нет, женщины не катались. Я что-то не помню. А с горки катались? Ну, с гор катались, это на этих... У нас лазоку стянуть прямо на кладбище. Это не на масленку. Гора была. Это гора. У нас кладбище, вот это вот, и тут около нашего огорода, и по огороду, и по взвозу, понимаешь, и на ту сторону аж двины переезжали. Раньше же лед был, детки мои, он, наверное, такой толщины. Наверное, да, потому что мужики ходили, лед это резали, и лед возили, делали ледники такие, чтобы молоко можно было хранить. Его мужики идут, лед этой пилой распиливали, и такие большие груды накладывают на санки, привязывают. И тут их сложат. А чем, по-моему, или опилками, или кострой? Опилка. Опилками? Ну, кострой. И кострой. Можно, в основном опилками. Я помню, что ходили, где мялля было, это ну, такую костру брали. Ну, в основном опилки. У кого не было опилок, то костру. Ну, опилки, а то костру брали, я помню. Да. Там ходили, где у нас мялли, это было в этой большой сарае были эти. И вот они туда ходили, мужики костры эти привязывают, костры эти посыпают, это положат, тогда еще кострой. И вот это лядовня, еще лето молоко. Как не скисло. Да. Так а вы кажете, з'їжджали. Это на масленку з'їжджали у вас з могилка про звіну? Да, так это не масленку. Это ж масленка катали на масленке. А хто там, молодежь, чи дети, чи доросла? Детка моя, я говорю, мы катались, у кого нога, у кого рука болтается, и никогда полому ни у кого не было. Так это хто, молодые катались, які эти дети? Які молодые? По 15 годов. Он дядька мой уже, який би уже женатый був. Устянуть вазок, это устянуть. Ну, нет, так это мужики, хлопцы устягивают эти, вазок это устянуть. Глабель не было, а там я не знаю, как это устянуть. Так что уже устянули. Устянуть, поставить. Я не успею этот вазок встать, как мы уже, как мухи туда. И поехали. У кого нога болтается, у кого рука болтается. И деткам никогда никто ничего не поломал. Так это воз был вот как у коня запрыгали? Да, вазочек такой, как молодых возили. Молодых возили свадьбу такую его. И тогда на вазочек этот. И тогда кто як. Так это раз только скатятся, чи нет? Ні, який раз. Як начнуть с утра до самого вечора, може до темна. Так а хто його тягав? Ну от більше хлопці тягали, ну і всі тягали. І от... дівки? І дівки, всі дівши, всі тягали. Іра, ти куди? Я. Опять кто-то звонив.